исполняет самый жгучий певец, жгучий нац Испании. Так, песня называется «Мария». Это про девушку. Ну, конечно, каждая девушка может себя приписать к такому характеру. Вот. Когда у нее бурные эмоции, страсти, все такое. Так, о чем эта песня? Это говорится о девушке, у которой характер каждую минуту меняется. То она холодная, как Северный полюс, то она горячая, как южный, ну, я не знаю, что там, Африка просто, все. И все, кто по ее взгляд попадает, все сходят с ума от ее красоты, от ее бешеного темперамента. Вот, так, как Наташа иногда бывает, и я. Вот, так, там еще такое, что еще могу сказать? А, ее считают, что она вообще с другой планеты, даже не с Земли, она просто как инопланетянка берет свою власть. Всех я просто вот так, все. Сейчас я спою песню Рики Мартина «Мария». Ella es una mujer especial, como cae de otro planeta. Ella es un laberinto carnal, que te atrapa de otro planeta. Así es María, pero blanca como el día, pero es veneno si te quieres. Enamorada, así, así es María, tan caliente, fría, que si te la bebes, de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás. Aunque me enamora, ahora María, te tengo que besar. Es como un pecado mortal que te condena poco a poco. Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente, fría, que si te la bebes, de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Aunque me ura jore, María, te tengo que besar. Agla, madame, ayrle colmas, hatiralar, sludurmas, kalanlar, gidin gönlünde taşı, aşk seveni kolmas, biz bela bilir beler şarız. O da biliyor, o da seviyor. Bele bele kafa tutuyor, aşka kuzukara. Oyna bitti gibi okuyor. Çiçek gibi, tazeci, kıymetli bir tanecik anasutu. Kimi tertemiz tutu tutu. Telleri leker leker içmeli. Gözleri derya deniz. Bu gönül ona torpil geçiyor. Etrafında fır donuyor. El bebek, gül bebek diyor. Onu yapsa yine dini hoş koruyor. Kara kara düşündürüyor. O da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor. Aşka kutu kara. Öyle bildiğini okuyor. Çiçek gibi tazeçik. Kıymetli bir tanecik. Hamsutu gibi tertemiz. Du 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 telleri. Leker leker içmeli. Gözleri derya deniz. Aklamadan ayrılık olmaz, hatireler uslu durmaz. Kalanlar gidini gönlünce taşır, aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle şarız. O da biliyor, o da seviyor. Bile bile kapatıyor aşka kutu kara. Oyna bildiğini okuyor.
всех песнях, романах, это так понимается, что любая любовь, она сопряжена с этими расставаниями, со слезами, с улыбками, все такого типа пути. Вот. Особенно, когда она такая любовь, когда, ну, трудно объясниться, то есть это вот внутри, что происходит, то есть и слезы, то есть невозможно и объясниться, и расстаться надо, и все, слезы. Вот. Это песня Дуду, моего самого любимого турецкого певца Таркана. Дуду означает сладкое, как мед. Ну, можно так перевести. Вот. Что еще? Так, вот. Она начинается словами «Ахламадан айрлы колмас». То есть, это означает, переводится фраза, то, что без слез не бывает разлуки. Это, то есть, каждая любовь, хоть она ответная, хоть безответная, подразумевает расставание, хоть, может быть, даже на минуту, но уже каждый начинает друг по другу скучать, вот, и слезки. Вот. А вообще, песня о том, что парень признается в любви гордый, красивый, как бутон розы, распустившийся красавица, гордый, чистый, как молоко матери. То есть настолько прям персик. Вот. Там еще такое. Вот. Ну, он хочет вырвать свои чувства, ей отдать свое сердце, сердце. Вот. А она не хочет принимать. Сама любит, а такая, ну, восточная красавица. Вот. Ну что? Ну вот, он танцует, там поет, там Майрлы Колмас, Хатуралусла Дурмас. Там то, что я становлюсь там, как ненормальный, я люблю тебя, там все такое, ты меня мучаешь. Ну, вот такие вот дела. Сейчас я хочу спеть песню, арию, которую исполняет. Кто исполняет? Бруно Пельтье. Вот. А это в этом мюзикле «Нотр-Дам де Пари» по произведению одноименному, которое написал Виктор Гюго. Вот. Я хочу спеть на французском. Конечно, вы меня можете судить строго. Я плохо пою, но постараюсь. Я только ее выучила. Вот, я только учу, которую я спереди спела. Вот. А сейчас я спою, которую я хоть немножко знаю. Все. Слушайте, ребята. А, так, стойте, стойте. Сейчас я спою. А, о чем это повествуется песня? О чем повествуется? Это о об эпохе, которая наступила. То есть переход от средневековья в эпоху Возрождения. Когда воздвигаются великие произведения архитектурные, там литература, музыка, живопись, то есть человечество начинает жить, гуманизм, то есть человек пуп земли, все, начинаю петь, слушайте, ребятка. Так, перестроилась, ну серьезно, 3-4, сядьте, нормально. Все, я перестраиваюсь. Вселяюсь в Бруно Пельтье. Так. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle au nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Nous les artistes anonymes De la sculpture de la rime Tant que rendez-vous la transcrire Pour le siècle à venir Il est venu le temps de cathédrale Et le monde est entré Dans un nouveau millénaire L'homme a voulu monter vers le ciel Aller écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Et pierre après pierre, jour après
jour des siècles en siècle avec amour. Qu'il avait célébré le tour qu'il avait bâti de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient un jour mal. Des milliers lendemain, il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans sa nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers le séduit et écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps de cathédrales. La foule des barbares la fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Сейчас я хочу вам прочитать стих моей мамы Гадживы Ольги Садыховны. Называется «Людвиг ван Бетховен». Глухой музыкант непонятен был вам. Вы думали, как же он пишет музыку, что обаяло века, ноты, бегущие мысли. И настроение высоких октав сопряжено со вселенной. Вечность тогда к нему снизошла, избранному супругу. Он и сей миг творит среди бурь вселенческого пространства, чтобы услышать могли небеса, как он для Бога играет. Грохочет в его исполнении рояль там, в облаках поднебесной, чтобы однажды посметь попросить прощенье Господа Бога. Так, как так возможно жить среди нот, не отходя от рояля, мучиться тем, что сам написал, в пламени нот пребывая, гореть, создавая шедевры свои, презрев одиночество вольно, метать от отчаяния стрелы из нот, скрепляя ключом скрипичным, но совершенство в один хоровод так гениально, быстро. Взлетая душою в иные миры, где только ему подвластны звуки, летящие из тишины космического пространства. Неповторима его глухота. Она как ограда от мира, звуков суетных, ненужных подчас. Чтобы услышать небесное чудо, музыку вечности, слышали вы, придя на концерт совершенства. Он жадно работал, чтобы вам передать всю красоту поднебесной. Муза играла на арфе своей, божественной и чудесной. Глухой музыкант непонятен был вам, необычной манерой жизни, где не было места обычным вещам, привычных в обыденной жизни. Глухой музыкант отрекся от благ ради звучания звуков, которые он спешил записать, поймать неземную сущность. Стоят перед ним на коленях века, затмить не сумев его подвиг. Остался для мира глухой музыкант Людвиг ван Бетховен. Так, Элбелирки, сан маним сан, юр думью вам, мэсканимс,
Анам Догма. Вятанимсан. Айрылармы. Гөнүлжандам. Азербайджан. Азербайджан. Это первые четверостишие, написанное величайшим поэтом Азербайджана Самедом Вургуном. Этот стих очень любила моя мама. Она знала полностью этот стих, но я только первые четверостишие. Вот. Это мое. Все, ребята, перелетаем в Америку. Фрэнк Синатра, песня. Over you, default for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties, above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee, and come thy good wife brotherhood from sea to shining sea. America, America, God shed his grace on thee, and come thy good wife brotherhood from sea to shining sea. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America. Саратову с базарного Карбулака. Привет из Саратова, Карбулак. Так. Не вынер. Ага. Мысленно, в смысле. Мысленно я попробовал 6 раз, а на 7-й раз решил ускочить на крышу. Ну молодец, прям как в поговорке, 7 раз отрежь, а 7, ой. 7 раз отрежь, 1 раз отрежь. Ага. Кидай ко мне Дина. Так, Дина, взлетай. Где у меня Дина здесь? Хвостиком, хвостиком. У тебя шляпа слетела, ты знаешь? Я сама кинула, мне мешает. Понятненько. О, блин, куб снег, капец просто. О, кто-то идет. Ура, Светик! Я не нашла обувь нормальную. Так. Что мы тут делаем? Она тут это горку делает, чтобы так кататься. Не свались, а тут слабая очень. Я полегче снега буду. Ага. Ой, это... Пум-тарам, пум-пум, тум-пум. Танец с лопатой исполняет солистка бального театра Самородова Натали. Тарам-пум-пум. Та-та-та, тарам-пум-пум. Пяточком большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем никому. Смотри, какой домик маленький. Где? Вот он. Днем живет снеговик, да? Да. И снегурочка. А. Смотри, какая у нас тут зима. Прям сказка. Да. Нам сказку не надо. Да. Это точно. Повернись туда. Посмотри на красоту такую. Красота. Где ты еще в Саратове такое увидишь? Нигде. Только в мультиках. Да. Сейчас у нас будет снегопад. Дина ко мне.
Дина, Дина, где Дина? Идем в кадр, влази. Дина! Влази в кадр. О, она испугалась. А снег и шел и падал. А снег и шел и падал. Красота-то какая! Дина. Сейчас Лелик у нас в Снегурочку превратится. Так, Саната, привет! Вся страна, привет! Свете, привет! Привет! Наташке, привет! Привет! Да, сказка. А теперь я тебя, давай. Давай. Держишь? Да, держу, держу. Давай. Что-то сыпется. Явно не песок. Я заморозился. Это так. Заморозилось. Помогай мне, помогай. У меня в рукава залетело. Я птица. Птица счастья. Так, идем сюда. Вот сюда. Ты прям как будто оттуда выходишь, давай. Это вообще красота-то как, какой слой. Ой-ой-ой. Красота неописуемая. Офигеть. Так, проведите репортаж, Светлана. Вы посмотрите, какой слой. Посмотри, покажи. В марте месяце, да? Это всего-то декабрь. О, нет, уже январь. В январе такой снег. Прелесть. Вы посмотрите, какой и слетает. Класс. А теперь давай потрясу на тебя. Не надо трясти на меня. Не надо трясти. Я уже... Понятно. Так, идем дальше. Все. А бы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Тра-та-та-та-та-та-та. Перед кем распинаюсь, а? Давай. Дубль два танца и песни. А бы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых, никогда б не знали мы этих дней веселых. Да. Сейчас. Ой, сама провалюсь. Так, подождите. Номер. Так. Дуэта, барабанная дробь. Так. Ладно, пофиг. 3, 4. Ура! Так, молодец. Я знаю. Поехали! Чтобы не погасло. Йоу-йоу! Йоу-йоу! Я тебе помогу! Я тебе помогу! Я сейчас подтолкну тебя. Вот, гори, гори. Нажуй. Жуй. Знаешь, как приятно смотреть на огонь. Да, он успокаивает. Ой. О, прелесть. Только не тухай. Не тухни, пожалуйста. Какой-то шум нехороший. А, это снег, понятно. Скоро потухнет наш огонь. Давай ритуальный танец танцевать. Юмба-бумба-бумба-бумба. Бум-бум-бум. Воняю. Так, давай, и это, подержи меня. Подержи меня. Давай. Я держу тебя. Бумба-бумба-юмба-бум. Бум-бум. Ритуальные танцы, чтобы у нас был снег и чтобы солнышко светило. Бум. Наташ, давай морду. Ух, лицо свое поверни.
Мадашеме легкое утро было. Давай, так. Вот оно. Так. И мне давай снимай, Натали. Нас снимай. Наташ, я тебе даю камеру. Так, держи бубочку, вот эту вот бубочку держи, давай проснись. Отстань, я держу. Давай споем песню. Доброе утро, доброе утро. Да. Встали. Это Тинки. Ту-ту-ту-ту. Тинки. Ля-ля. Ля-ля. О! О! И как они там животиками. Давай мы с тобой ручками. Так. 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 Теперь давай я, Наташа, тебя засниму. Не надо меня снимать. Господи. Да ты красиво, как всегда. Давай там пойдем. Ой, ты зачем говоришь? На улице снимем, когда бежать будем. Давай на улице снимем. Давай. Тем более там ждать. Придется. Знаешь, это еще неизвестно, что придется ждать. Дай свою песню. Бродку. Получше там. Едем, едем в далекие края, прекрасные соседи, добрые друзья. Меня мои самые дорогие девчонки мне провожают в город-герой славы трудовой, в город Тобольск. Место базарного Курбулака, поселок Свободный, или кто там, не знаю, поселок. Ну, Свободный. Я ощутила, передаю свои ощущения прекрасные, которые я ощутила здесь в течение 3 дней. Это чувство незабываемое, сказочное, мифическое какое-то. Я погрузилась в состояние, когда тишина просто абсолютная, когда людей вообще нет. Хоть кричи, хоть зови на помощь. Вот. То есть вообще никого нет. Это просто какая прелесть до ужаса. Вот. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Это просто, это что-то. Я помню, когда я шла с этой елкой, передо мной явилась Наташа, как гений чистой красоты. Да. Вот, это что-то было. Она как свет в конце тоннеля шла, такая вся махалась, опахалом своим махала. А я с этими елками, как елки, вот 2, 3, 4. Она что делала? Ну, я махала елками, наоборот, у тебя ветки были. Нет, у меня было 4 ветки вообще-то. У меня было 4 ветки, потому что я их еще вперед себя кидала. Вот так вот. Грязь, как прям как котлет. Представляете, у меня аж мышцы накачались. Вы бы видели, как я их кидала, как я их кидала. А вот этот вот человек, которого я так ценю, люблю. Вот это вот Наташка, Суралмашка, как говорится. Вот, она меня бросила на произвол судьбы, там машинки пипикали, мимикали. Вот, да, я засниму вот эту вот. Я снимаю, дуличку. Нет, пожалуйста, вот она моя красота, дуличка моя, прелесть, проснись. Открой замкнутый негой взор. Так, дай, теперь я хочу, чтобы... Чё? Ты... Опа. О чем мне рассказывать? У меня нет ничего. Так, доброе утро. Что страна. Тебе? Да, доброе утро, страна. Я, как вы провели эту ночь, расскажите? Я не спала. Как проведена ночь? До 3 часов. До 3 часов проведена ночь. Понятно. И чем? Да как это больше пищи? Да я думала, там шуши, блин. Странно, не может быть так Лейла тихо говорить. Лейла тихо говорить? Она же громко любит говорить очень.
Ага. Елочка, глянь, елочка, смотри. Ой, какая прелесть. Прелесть, ага. И я такая подумала, пойду-ка проверю. Может быть, все-таки мне мерещится, может быть, это мыши. Может быть, это мышь. А эта собака с мышью разговаривает. Так, знаешь, наконец-то шампанского. Давай смотрю, они там сидят. Что они там сидят? Кто? Как в кафе. В кафе мышка и собачка. Ага, ну-ну-ну. И жуют что-то там. Хрю-хрю, да, хрюкают, ага. Вот. И, ну что, я подключилась. Я подключилась к интернету. К связи, к инопланетной. Все, у меня вроде жива. Я предчувствовала этот момент. Предсказывала. Что не надо ехать. Надо было остаться в одном месте. Понятно. Так. Наташа. Наталья. Вставай, вставай, вставай. Страна огромная. Давай, Наташа. Наташа. Она не хочет разговаривать. Понятно, она обиделась, она, наверное, она, на меня. Да не в этом дело, она просто с ведром упала, ей тяжело дышать. Она с ведром начала танцевать прямо с утра пораньше. Нашла с кем танцевать просто вообще. А разве сюда? Уже все, что ли? А я думала, оттуда войск едет. Все, приехали. Приехали люди. Приехали. Идем побежали сейчас. Так. Меня снимаю. Потом морды. Привет, телепортаж. Это мы на вокзале снимаем. Там вокзал. Вокзал. Вот только туалет. Туалет ремонт не надо снимать. Самое главное, туалет для меня. Да, это самое. Сейчас у нас время. Вот. Пошли. Да. Пошли. Все. Сумочку не забудь свой. Редикюль, может, не забудь.